Всем привет! Сегодня я вам хочу рассказать про биржу Gate.io. Gate.io является одним из самых лучших бирж в криптомире и самым лучшим для новичков. Почему? Об этом я немного позже расскажу, поэтому смотрите видеоролик до конца, а сейчас про Gate.io. Gate.io — это децентрализованная биржа, которая открылась в 2017 году в Китае. На CoinMarketCap это один из самых авторитетных источников информации в криптомире, думаю, все вы знаете, стоит на 6-м месте. Он обычно от 7-го до 4-го места поднимается, спускается, но стабильно входит в топ-7. Это касается не только Gate.io, а касается всех бирж. Например, вчера он стоял на 4-м месте, а сегодня CoinBase стояла на 2-м месте, но немного упала. Только что упала, когда я обновлял страницу. Вот почему? Потому что рынок криптовалют очень спекулятивный, то есть криптовалюта падает, поднимается таким образом, и биржа тоже потеряет, приобретает, получает, ну короче, это нестабильно, другими словами, но стабильно входит в топ-7 самых лучших бирж. Например, сегодняшний его объем торгов составляет 55 миллиардов рублей, а вчера составляло где-то больше 60 миллиардов рублей. А если мы смотрим монеты, да, в топ-десятке нет ни одного биржи, где количество монет могло бы быть настолько великим, настолько большим. Его ближайший конкурент, KuCoin, у него даже меньше, почти в два раза меньше. В Gate.io есть больше 1400 монет, которые доступны для торговли именно сейчас. Почему я считаю это плюсом? Потому что среди этих монет, конечно, безусловно, есть скам-монета, которая сдуется через несколько недель, месяцев или годов, но все равно они являются скамом. Но среди них и есть перспективные монеты, которые в будущем могут взорваться, и мы можем на этом заработать. Поэтому огромное количество монет является плюсом и минусом одновременно. И минусом я не считаю, потому что в крипторынке все относительно, они поднимаются, спускаются. Короче, это бесконечное движение графиков, то есть поэтому вы должны осознавать риски, осознанно торговать в криптобирже. Поэтому это ничего страшного в этом я не вижу. А переходя по ссылке в описании, вы можете получить 20% скидку на торг комиссии. Здесь регистрация очень простая. Я не думаю, что какие-нибудь сложности при регистрации возникнут, поэтому я не буду рассказывать, как здесь нужно зарегистрироваться. И после регистрации я вам настоятельно рекомендую подтвердить свою личность или пройти KYC, курс, как вам угодно, так и называйте. Потому что многие функции биржи доступны только после подтверждения личности. Конечно, в криптобирже самая важная часть для трейдеров – это инструменты для торговли, собственно. И в Gate.io с этим нет никаких проблем, потому что здесь есть очень много способов торговли. Например, спотовая торговля, маржа и, например, стартапы, копитрейдинг. Есть очень много способов трейдинга, фьючерсы и многое другое. Сейчас мы проходим в спотовую торговлю. И в спотовой торговле что мы увидим? Это вполне обычная инструмент для торговли, спекуляции и все такое. То есть, здесь я как вам рассказал раньше, больше 1000 монет, 1400 монет, а именно 1466 монет, с которыми вы можете торговать и заработать на спекуляциях. Например, здесь вы можете ввести цену, за которую вы хотите купить биткоин или другую криптовалюту, это может быть эфиром или любая другая монета, которая входит в список
доступных для торговли в Гейтайо, их больше 1400. Здесь наоборот, вы можете указать сумму, за которую вы хотите продать криптовалюту. А для того, чтобы здесь торговать, вам нужно немного быть способным для торговли человеком. То есть вы должны уметь анализировать рынок, иначе вы потеряете все свои средства. И поэтому я вам настоятельно рекомендую научиться анализировать рынок и после этого начать торговлю. А если вы хотите узнать, как научиться торговать в криптобирже или криптовалютами, тогда смотрите ролик и дальше немного позже расскажу. А если вы любитель халявы, тогда и для вас что-то есть в Гейтайо. Например, здесь есть поинты, баллы, как хотите так и называйте, с помощью которых вы можете полностью оплачивать комиссии, торговые комиссии на этой бирже. Обычно биржа делает торговые комиссии специально низкими, чтобы привлечь людей, трейдеров, чтобы они торговали. А Гейтайо немного хитро поступили в этом вопросе и создали систему поинтов, баллов. Как вы можете получить этот поинт? Как я говорил вам только что, вы можете их получить с помощью раздачи. Вам нужно каждый день прийти на эту страницу и получать здесь ваши поинты. Но для того, чтобы получить поинты, вам нужно обязательно подтвердить свою личность, иначе никак вы это не получите. А если вы хотите прям получить баксы, то есть здесь есть и аирдропы до 10 баксов, как это работает? Это называется пул или голосование. Обычно Gate.io каждую неделю или каждые 3 дня выпускает голосование, в ходе которого вы можете получить 10 баксов абсолютно бесплатно. Как это работает? Вам нужно зайти вот в пул и здесь найти голосование. Когда вы найдете голосование, вы найдете вот такие страницу. А в этом странице находится несколько монет, которые в потенциале может попасть в листинг, в биржу, чтобы стать доступным для торговли другими монетами. И таким образом у них цена будет расти. А если вы голосуете, например, Dogeking или Dogking, как вам угодно, так и называйте, и если он так и продолжит, он в следующем неделе попадет в бирже на листинг, то есть станет доступным для торговли и запускает airdrop. Запускает airdrop и вам дает доккоины, которых вы можете продать, как обычно, он бывает до 10 баксов, и вы можете их вывести на свой кошелек или на свои крипто кошельки или на свои банкоматские карты. А знаете, почему я сказал, что Gate.io это самая лучшая биржа для новичков? Потому что здесь, как я сказал раньше, вы можете получить абсолютно бесплатно баксы, то есть вы можете, например, собирать аирдропы, продать их, собрать где-то 100-200 баксов, с помощью которых вы можете начать торговать. И еще один плюс для новичков, вы здесь можете вывести свои средства от 1 бакса. Да, у Binance минимум 10 баксов, и у многих ребят 10 баксов нет. И люди, которые подтвердили личность, могут просто здесь зайти, голосовать и получить свои баксы и вывести на свои кошельки или собирать деньги, чтобы их в дальнейшем приумножить или вообще потерять, что касается вас. А если вы вообще не умеете торговать, тогда есть копи-трейдинг. Для копи-трейдинга заходим, здесь видите, автоматизируйте свою торговлю, копируйте лучших трейдеров, вот видите. То есть вы будете копировать сделки более опытного трейдера, таким образом вы учитесь в его ошибках или успехах, как он анализирует рынок, вы все это видите и учитесь на этом и одновременно на этом зарабатываете, то это может стать как вам пассивным заработком и учением и все таким. То есть заходите в Gate.io, подтвержите личность и участвуете в аирдропах, получаете где-то 200 баксов и все эти 200 баксов поставите в копи трейдинг. То есть я вам советую сначала найти нормального, более крутого, более вот успешного, более вот надежного трейдера, у которого вот ROI, то есть
есть общий коэффициент заработка составляет больше 1000 баксов, и постепенно начинать копировать его сделки. То есть, как это работает, вы копируете его сделки, то есть не вы копируете, вы просто поставите автоматизированный бот, который будет копировать его сделки, если он поставит на какой-нибудь стейблкоин или другие коины, бот тоже поставит, когда он их продает, он тоже продает, и если он заработает, вы тоже заработаете, но вы даете где-то... проценты ему, где-то 8 или 10%, и таким образом он тоже, то есть трейдер тоже зарабатывает, и вы тоже зарабатываете. Но это не 100% способ заработка, потому что вы можете вообще 100% потерять ваши средства. Например, этот чел, и он потерял все свои средства. И следующий способ заработка — это стартапы. Чтобы сюда попасть, заходим в раздел торговли и стартап, нажимаем на это, попадаем на эту страницу. Здесь что мы видим? Здесь два активных стартапа и несколько десяток завершенных стартапов. О, как много. И что это такое? Как название подсказывает, это стартапы. То есть это уже проекты, которые собираются запускаться. Например, заходим в этот проект, и здесь что мы видим? Это он, они вот здесь оставили описание, идею своего проекта, которого они хотят реализовать. И чтобы реализовать этот проект, они просят от пользователей Gate.io инвестировать их начинание. Если вы смотрели наши ролики, то есть ролики на этом канале, вы знаете, что многие перспективные проекты, которые на сегодняшний день взорвались или поднялись в цене, они тоже вначале объявили сбор средств, с помощью которых они реализовали свой проект. Это то же самое. То есть вы можете здесь им помочь, например, отправить где-то 20 баксов, и когда стартап откроется, то есть проект откроется, вы получите некое количество, определенное количество монет, токенов, которые равноценны вашим средствам, которые вы инвестировали в этот проект. И когда время придет, вы можете их просто продать. Таким образом, вы просто получаете огромный профит. Разница в том, что если какой-нибудь проект попадет в биржу, это уже достаточно известная валюта, токен, который, и экосистема, которую уже многие люди признали. Таким образом, вы здесь такой большой профит не будет. А если в самом начале покупаете за, например, 20 баксов, получите где-то 2 миллиона монет, вы можете их продать не за 20 баксов, а на 200 тысяч баксов. Вот таким образом вы можете здесь поднять огромный профиль. Еще один способ заработка — это ходл и заработок, то есть держи и зарабатывай. Как это работает? Здесь работает таким образом: вы замораживаете свои средства, например, биткоин, ХРД, эфиром, ХРД, и получаете проценты. Например, биткоины, если у вас определенное количество монет есть, вы их поставите, например, на 7 дней, и после 7-дневной заморозки вашего актива вы получаете где процент дохода, и вы можете и дальше продолжать. Вы можете в любое время их снять, но после 7-дневного инвестирования вы получаете процент. Здесь все проценты указаны, не только 7-дневные, иногда 14-дневного и все такое. То есть, что мы в итоге имеем? Gate.io — это один из самых лучших бирж, как и для новичков, так и старичков, то есть здесь есть и бесплатные монеты, бесплатные токены, которые вы можете получить, с помощью которых просто начать работать, если новичок может учиться, все здесь предусмотрено, поэтому я считаю Gate.io достойным вашего внимания. Спасибо за просмотр, удачи!